Что еще номера наши не запомнили? Вот так вот мы работаем, тогда уже полгода спорно. Нет, подожди, сейчас же новые номера на борт. Новые люди добавились. Умяров. Так, где у нас датчики? Сейчас. Сегодняшнее занятие носит восстановительный характер. Большая часть игроков, не большая часть, а часть все-таки игроков, которые принимали участие во вчерашнем матче против сборной Исландии, позанимался немножко в зале по индивидуальной программе и отправился на восстановительную процедуру. Коленный съезд. Макс, сторону. Опор на ногу, носок наружу, снимайте назад, только элементы. Правая, левая нога. Руки направьте по диагонали, вперед в сторону. Съезд, два. Один. Два. Хорош? Хорошо. Ксюанька. Мяч мне возвращаешь, да? Раз. Возврат. Пошли. Раз, вот. Другая уже. Извини, не донес. Давай, немножко ноги подзаряжи, не стоит там на линии. Дышим. Хорошо. Умница. Лишь, умница, умя. Хай. Спокойно. Да. Хорошо, круг. Браво. Есть, лоб. Хорош. Играй! Умница! Пошли. Поставили синий. Отбор. Кош, полуга. Здорово. Есть. Середина. Полуга. Отлично. Да. Первым. Касание. Первым. Здорово. Молодец. Так. Хорош, еще! Второй. Да.
Подошел, главное, вовремя. Да, у тебя драйв еще один, да? Давай, Калуга, блин. Давай быстрее по одному. Паузы? Очень креативный будет сразу. Можем из двух ударов? Вот давай из двух ударов, да? Мы из двух и делаем, нет? Ну давай, давай. Могу я начать? Давай. Беда, Сергей. Никто не выиграл. Смотри, все смотрят. Давай, ты или я? Давай, или я. А? Ты? Вы это видите? Друг, поехали! Да. Тём, как прошел вечер, как прошла ночь после этой победы? Да, абсолютно спокойно, потому что после нашей игры мы увидели результат Франция-Дания. Это наши соперники. И немножко удивился результату. Ну, вообще, мне кажется, вот эта игра, датчан с французами, показала, что на самом деле, может быть, группа даже ровнее, чем многие думали, и что играть совершенно точно можно с каждым здесь. Не, конечно, я не спорю, все говорили, что Франция, у них состав, там, не знаю, космический, стоит там космических денег. Ну вот, все показало, что играют не фамилия, а команда. Французы были. Команда вчера у нас была на поле, это было видно, и, наверное, очень многое получилось из того, что планировали. Что в первую очередь вышло? Ну, вышло победить, самая главная задача была заработать 3 очка. Так много шума вокруг Захаряна, я знаю, что вы отгораживаете его от прессы. Как он себя в этом смысле чувствует психологически? Ну, чувствует себя хорошо, сделал хорошую работу, несмотря на возраст, с него и спрос. В принципе, уже взрослый на сегодня, да, с одной стороны. С другой стороны, конечно, лишнее внимание, которое свалилось на молодого парня, оно сейчас, так скажем, слишком большое для него, для этого возраста. Поэтому мы стараемся где-то его немножко придержать в определенных моментах, да, чтобы он больше концентрировался на игре. Аршавин сказал, что Захарян круче, чем он в 17 лет. Вы согласны? Ну, мне тяжело сравнивать. Я всегда говорю, что у каждого поколения свои герои. Андрей Сергеевич был потрясающий футболист, высококлассный, доказал это на международном уровне. И в Европе, и в составе сборной, и в клубе. А вот у Захарян только все начинается. Спасибо.